Ну, вы говорите, дальше, мы пока еще ничего не решили сегодня, да? Наша задача заключалась в том, чтобы в как можно более короткий срок сформировать рабочие органы муниципального совета. Речь идет о комиссиях, речь идет о составе, значит, фондов при мэрии, которые существуют, их надо распределять справедливо. Поэтому мы стремились на этом заседании сделать все возможное, чтобы в понятные сроки сформировать эти комиссии. К сожалению, это не удалось сделать. И мы надеемся, что примар сдержит слово, и 3 сентября будет созвано очередное заседание муниципального совета, соответствующая повестка дня. И наши планы заключаются в том, чтобы помочь составить повестку дня таким образом, чтобы в нее были включены важные вопросы для развития муниципия, в том числе те, о которых мы говорили в период предвыборной кампании. Мы собираемся со всеми сотрудничать. Мне очень странно, когда я вижу, когда в совете города, где нужно решать только хозяйственные и социальные вопросы, но также экологические и многие другие, только не политические, пытаются формировать какое-то большинство на основе политического принципа. Поэтому наша фракция – это фракция коммунистов и беспартийных, так она называется. Она будет участвовать в решении всех вопросов, которые идут исключительно на пользу городу и горожанам. Значит, без какого-либо политического, скажем так, без политического оттенка.